Добрый день, любители рыбалки! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я готовлю маркерный груз для фидерной ловли. Для этого мне надо грузик, желательно где-то вот такого вот вида, чтобы он был длинненький. Видите, здесь с одного конца потоньше, с другого потолще. Ну, можно не только такую, можно и вот такого вот типа. Вот как вот этот вот грузик. Ну, пожалуй, начнем. Для этого нам понадобится проволока нержавеющая, где-то 0,8 мм. Делаем колечко. Надеваю туда вертлюжок. Дальше просовываем его в сам груз. Дальше загибаем. Дальше делаю вот такие вот усики, как вот на этом грузике. И вот сюда вкручиваю два шурупа. Не буду показывать, потому что, в принципе, это не столь важно. Крутил шурупы, не нужно откусываю. И далее берем холодную сварку. Вот холодная сварка. Берем холодную сварку и кусочек отламываю. Для этого надо обязательно вода. Без воды будет плохо. Он прилипает к рукам и будет очень плохо разминать ее. Ну, разминать ее надо хорошо, чтобы была однородная масса и была как пластилин. Все вроде бы нормально. Ну, дальше начинаем лепить то, что нам нравится. Начинает прилипать к рукам, поэтому руки смачиваю водой. Будьте здоровы, не постанете шутить.